В армии был убит очередной солдат-срочник. Министр, мы вчера больше 2 часов митинговали, протестовали у Министерства обороны. Баринуцев так и не хватило ему смелости, этому генералу картонному, не хватило смелости выйти к народу и сказать, что конкретно он собирается делать для того, чтобы эти смерти прекратились. У нас мирное время, у нас солдаты погибают. Матери отправляют своих детей. У меня сын растет. Я, что вы думаете, что я отправлю сына в такую армию? Значит, мы требуем, чтобы парламент, депутаты сегодня поставили на заседание вопрос об отставке министра, так называемого министра Маринуца, потому что он не министр для меня, он просто преступник. Халатность. То есть в советское время таких расстреливали. Поэтому депутаты должны отправить в отставку Маринуцу добровольно. Потому что я вам говорю, что если депутаты сегодня не поставят на голосование и не отправят в отставку Маринуцу, сюда приедет вся Гагаузия. И родители, и друзья Петра погибшего не оставят этих депутатов в покое до тех пор, пока они не отправят Маринуцу. И это будет позор для наших депутатов, что кто-то должен приехать, родители должны приезжать и заставлять их делать свою работу. Вообще не волнует никакие, какие вы партии, нас не интересуют. Демократы, коммунисты, либерал-демократы или какие-то еще. Вы люди, в первую очередь, вы отцы и братья. И вы должны понимать прекрасно, что происходит. Уже за 4 года 9 жизней уже потеряны. Поэтому мы сейчас требуем Маринуца демиссии. Демиссия!